Сегодня я хочу продолжать тему слышания голоса Божьего. Понимаете, мы попадаем в какую-то ловушку, что мы не можем жить в тишине. Но Бог говорит в тишине, друзья. Поэтому успокоиться значит ожидать Бога. Ожидать Бога в тишине, друзья. Бог говорит, остановись, успокойся, приди в состояние покоя. Аминь. Спокойствие. Только спокойствие. Потому что в этом покое ты сможешь сосредоточиться на Боге. Знаете, людям очень трудно сосредотачиваться на Боге, я поэтому рекомендую сначала хотя бы на одну минуту успокойся. Вот хотя бы на одну минуту. Потому что две минуты ты уже начнешь беспокоиться. Но надо с чего-то начинать. Отключи все свои внешние источники, шумовые, да? И знаете, даже когда ты все отключишь, в твоей голове тогда сразу что-то включается. Мысли начинают тебя просто преследовать, бомбардировать. Вдруг ты начинаешь вспоминать очень важные дела, очень важные вещи. Ну, как это я мог забыть про это? И это как раз в ту минуту, когда ты решил остановиться. Как раз таки в ту минуту, когда ты решил успокоиться, вдруг тебе приходит такая важная мысль по твоему какому-то очень важному делу. Бог говорит, забудь. Это искушение просто в этот момент, чтобы ты опять не остановился. Давайте откроем Псалом 94, 6. «Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш». И мы народ паствы Его, и овцы руки Его. Друзья, вы улавливаете, что Иисус говорил? Мы опять овцы, друзья, слава Богу. А овцы, те, которые что делают? Слышат голос своего пастыря. И что нам говорит Господь? Давайте вернемся сначала, 6 стих. «Придите». С чего все начинается?